Люсиль, дорогая, так ты уже окончательно оставила монастырь? Да, мадам. Ну и как тебе мирская жизнь? По-моему, все замечательно. Так чудесно, у меня теперь есть своя комната и будуар. А еще... Я и говорю, сиди и помалкивай, пока тебя о чем-нибудь не спросят. А то все не в попад. Вот вчера решила, что башмачник пришел к нам отобедать. Мама, ну зачем вы так? Просто он очень меня напугал. Он упал на колено и схватил меня за ногу. Он хотел снять у меня руку, она как вскочит, как закричит. Ты, наверное, подумала, что он собирается тебе предложение сделать. Ты можешь ничего не говорить, дорогая. Скоро ты ко всему привыкнешь. Нужно будет подумать о твоих развлечениях. Ну, хорошо. Хорошо, я приму его. Виконт! Как? Вы его принимаете? Да, так же, как и вы. Ты вряд ли его помнишь, дитя мое, хотя в обаянии месье Виконту не отказать. Но так уж он устроен, что прежде чем открыть рот, он обязательно прикинет, в кого бы выпустить запас своего яда. Так зачем же вы его принимаете, мама? Так все принимают, он знатен, богат и отменно учтив. В обществе ты это скоро поймешь. На многое приходится смотреть сквозь пальцы. Сначала все об этом сожалеют, но в конце концов привыкают. Да, что касается Вальмона, то многие побаиваются приобрести в его лице врага. Никто не испытывает к нему ни малейшего уважения, однако все с ним подчеркнуто обходительны. Виконт де Вальмон! Какая приятная неожиданность. Я счастлив видеть вас, мадам. А моя дочь Сесиль, может быть, вы ее помните? Разумеется, помню, но кто бы мог подумать, что бутон превратится в такой прекрасный цветок. Маркиза, я уезжаю и пришел к вам проститься. Вы уезжаете? Зачем? Виконт, мы вас не отпустим. Настало время навестить мою тетушку. Я совсем о ней забыл. У вас прекрасная тетушка. Она принимает такое деятельное участие в молодых людях, что и сама сумела сохранить молодость. Но все же, Виконт. Пожалуйста, передайте от нас, мадам де Розмон, нежнейший привет. Она была так добра, что пригласила пожить в ее замке. Я надеюсь, мы в скором времени... Разумеется, разумеется, мадам. Я все передам тете. Но, кажется, я отвлек вас от игры. Продолжайте, милые дамы. Да нет, по-моему, мне пора остановиться, пока я все не проиграла. Я вижу, наш разговор очень увлек вашу дочь. Вы простите, я в монастыре в 9 часов уже ложатся спать. И правильно делаю. Нам пора. Дорогая. Виконт. Мадам. Мадемуазель. Навестить тетушку. Навестить тетушку? С чего бы это, Виконт? Разве она уже не распорядилась оставить вам все свое состояние? Разумеется, разумеется, распорядилась, но, мадам, есть же еще человеческая привязанность, семейный долг и все такое. Конечно, конечно. Вы знаете, зачем я вас позвала сегодня? Не знаю зачем, но знаю почему. Потому что вам приятно мое общество. Вы совершенно правы, Виконт. Но также... Также вам предстоит совершить один подвиг. Подвиг? Это интересно. Потом опишите в мемуарах. О, мадам, я боюсь, что у меня не останется времени на мемуары. У меня останется. Вы помните Жиркура? Да, разумеется.
Так вот он бросил меня. Не может быть. И связался с вашей бывшей любовницей. Уж не помню там, как ее звали. Со мной никто никогда в жизни не позволил себе так поступить. С вами, я полагаю, тоже. Если честно, мадам, я был счастлив от нее избавиться. Как бы не так, виконт. Жиркур с непревзойденным задумством любил повторять, что когда придет его время бросить якоря, то он выберет ту, которая обладает известными качествами. У него была смехотворная теория, что блондинки почему-то всегда скромнее и достойнее прочих остальных девиц. А еще он отдавал безоговорочное предпочтение монастырскому образованию. И вот он нашел для себя идеальную пару. Сесиль Волан. Пару, виконт. Маркиза, я полагаю, что 60 тысяч ливров годовых, которые за ней дают, также повлияли на расчеты нашего Жиркура. Да хотя бы 120 тысяч годовых. Будь она брюнеткой и без монастырского образования, он бы даже не взглянул в ее сторону. Но, как вы не понимаете, для него главное – гарантированная девственность. Мадам, мне кажется, я начинаю понимать, куда вы клоните. Жиркур со своим полком пробудет на Корсике до октября месяца, викон. Времени у вас предостаточно. То есть вам нужно, чтобы я до октября... Какой разанчик. Вы полагаете? А когда после медового месяца они вернутся в Париж, над ним будет смеяться весь город. Мадам. Любовь и мщение. Два ваших конька. Нет, мадам, сейчас не могу. Что? Вы знаете, как мне трудно ослушаться вашего приказа. Но, честное слово, сейчас не могу. Но почему, виконт? Слишком легкая добыча. Посудите сами. Ей всего 15 лет, ничего не знает, ничего не видела. Она прыгнет ко мне в постель из чистого любопытства. Я даже не успею развернуть букет цветов. Мадам, нет, здесь любой справится. Извините, но я не могу ставить под удар мою профессиональную репутацию. А по-моему, вы просто недооцениваете эту девушку. Она прихорошенькая. И потом, в ней есть некая томность. Да, согласен, в ней есть некая томность. Я видел, спит на ходу. Мадам, скажите, а почему вам не подослать к ней, например, Билли Роша? Он моложе, он красивее меня. Да что с вами, виконт, Билли Рош? Билли Рош идеалист. Какая жалость. Я всегда подозревал, что у нее есть какой-то серьезный изъян. Нет, ну конечно, конечно, у нее есть поклонник, некий Донсини. Они иногда даже поют. Вот и прекрасно. Я уверяю вас, этот Донсини мечтает слиться с ней в экстазе. Да, но он так же молод и так же неопытен, как она. У него ничего не получится. Виконт, я не могу на него рассчитывать. Я надеюсь, вы понимаете? Вам деваться некуда. Мне так не хочется вас огорчать. Похоже, вы действительно решили отказать мне. Я вас правильно поняла. Видимо, придется все объяснить. Вне всякого сомнения. Так вот, маркиза, как я недавно сказал, в ближайшие дни я намереваюсь навестить мою бессмертную тетушку. Но это как бы первый шаг на пути к осуществлению одного из самых дерзновенных моих замыслов. Продолжайте. Видите, сейчас тетя у себя в поместье живет не одна. К ней приехала погостить одна молодая особа. Мадам де Турвель. Так. Она и есть мой замысел. Вы что, вы шутите? Нисколько. Маркиза, посмотрите сами, соблазнить женщину, о которой известно, что она счастлива в браке, добродетельна, набожна. Что может быть почетнее? Но это же ниже мужского достоинства. Вступать в сотрудничество с супругом. Победить тривиально, проиграть унизительно. Кстати, где ее супруг? В Бургундии, занят распутыванием какого-то очень сложного дела. И, как мне доподлинно известно, тяжба затянется не на один месяц. Нет, я отказываюсь в это верить, виконт. Мадам де Турвель? Да. По
Постойте, ведь она даже одеваться не умеет. Зашнурована до самых ушей. Как бы чего не оголить. Ну, здесь вы, пожалуй, правы. Сколько ей лет? 22. И замужем она? 2 года. Хотите, я постараюсь рассказать вам, что вас ждет в случае успеха? Ну, попробуйте, это интересно. Ну, разумеется, о физическом наслаждении. Вы можете даже не думать, она... Она из породы тех, кто никогда жизнь не даст волю своим чувствам. Но даже если вам удастся заставить ее сердце биться учащенно, то причиной будет тому совсем даже не любовь, Конт, а всего-навсего страх. Иногда вы меня очень удивляете выставлять себя на всеобщее посмешище из-за абсолютного ничтожества. Мадам, я попросил вас выбирать выражение. Все-таки речь идет о женщине, которую я... Которую вы? Речь идет о женщине, которой я увлечен. Очень сильно увлечен. Может быть, впервые в жизни, маркиза, разумеется, после вас. Я увлечен так сильно. И вы упустите счастливый случай отомстить? Мадам, мне очень жаль, но я вынужден отказаться. Ну что ж, Викон, я никому не расскажу про вашу патологическую страсть. Мадам, вы, кажется, опять хотите уязвить меня, обидеть то ли меня, то ли мою избранницу. Пожалуйста, не надо этого делать. По крайней мере, до тех пор, пока она не стала моей. К тому же, вы знаете, маркиза, я совершенно не согласен с вашей теорией наслаждения. Видите ли, в мои планы не входит борьба с недостатками, мадам Бутурель. Нет, я не хочу, чтобы она менялась. Пускай она остается такой, какая она есть. Пускай она продолжает верить в священные узы брака, в добродетель. Пускай она продолжает верить в Бога. Пускай. Но я хочу, чтобы она при всем при этом не смогла передо мной устоять. Я хочу, чтобы она отдалась мне сама, маркиза. Я хочу, чтобы она полюбила меня. Черт возьми. Я мечтаю о страсти. О подлинной страсти, мадам. Не той холодной, которая надоела и вам, и мне, и всем умным людям. Нет. Я хочу испытать восторг и воодушевление при виде того, как моя избранница предает все, что составляет смысл ее жизни. Слушайтесь в это слово. Предательство. Предательство. Маркиза, насколько я помню, это одно из любимейших слов в вашем лексиконе. О, нет, Виконт. Жестокость. В этом слове я вижу истинное благородство. Мадам, знаете что? Вы в 100 раз хуже меня. Рядом с вами я чувствую себя каким-то робким семинаристом. Так оно и есть, Виконт. Вы бы еще влюбились. Я уже влюблен, маркиза. Вы знаете, если любовь – это когда ты думаешь о своем предмете с утра до вечера и грезишь о нем же с вечера до утра, то да, это влюбленность. Я влюблен, как мальчишка. Вот почему она как можно скорее должна стать моей. И вот тогда я перестану быть для вас смешон. Но вы забываете, Виконт, что любовь – это не зыбучие пески, которые засасывают, а всего-навсего вспомогательное средство. Вроде вазелина, умягчающего саму природу. Что от Билли Рош? Ну, а что Билли Рош? Он по-прежнему ваш единственный любовник? О, да. Вы им довольны? Он меня удовлетворяет вполне. Мадам, дружеский совет. Как можно скорее заведите себе еще одного любовника. В вашей избирательности есть что-то нездоровое, поверьте моему опыту. Уж не ревнуете ли вы, Виконт? Разумеется, ревную. Билли Рош вас недостоин. А мне казалось, что вы с ним близкие друзья. Именно поэтому я знаю, что говорю. Мадам, вам надо срочно Билли Рошу изменить. Например, со мной. Виконт, мы уже с вами договорились, что для нас с вами гораздо выгоднее оставаться друзьями, чтобы можно было полностью доверять друг другу. Маркиза, не забывайте, наша с вами дружба – это всего лишь небольшое препятствие
призванная еще сильнее разжечь огонь желания. Вы отказываете мне в мелкой услуге и хотите, чтобы я пошла навстречу вашим желаниям. А вы ставите передо мной слишком простые задачи. Я даже не смогу почувствовать вкуса победы. Ну что ж, Виконт, хорошо. В таком случае возвращайтесь после того, как одержите свою победу над мадам де Турвель. И вы получите вознаграждение. Вот моя. Но я потребую от вас заверения. Да, разумеется. Письменного заверения. И ее рукой. Маркиза, я не верю, что рядом с вами нет человека, который помог бы вам разобраться с этой малюткой де Валанш. Но она милашка. Будь я менее строгих правил, я бы сама с ней разобралась. Все-таки вы потрясающая женщина. Благодарю вас. Но все-таки так жаль, что вы не доверяете мне настолько, чтобы сначала вознаградить меня, а потом уже... Спокойной ночи, Виконт. Мадам. Все в порядке, ты все ему объяснил, он все понял, да? Да, сударь, я проследил за ним до самого дома, он все рассказал своей семье. Кстати, насчет семьи, хвалю, удачный выбор. Спасибо, сударь. Замечательная нищая семья, и дочки не очень смазливые, были бы красотки, это могло бы помешать делу. Я стараюсь, сударь. И главное, совсем недорого. Знаешь, оказывается, с какие-то несчастные 56 ливров... Можно спасти от разорения целую семейство. Мой господин, таких семей в каждой деревне сыщется с полдюжины точно. Правда? Да. Слушай, а мне начинает нравиться это занятие. Благотворительность. Надо чаще творить благо. Столько благодарности за совсем небольшие деньги. Я был растроган. Я даже прослезился. Ладно, рассказывай, как продвигаются твои дела со служанкой мадам де Турвель? С Жюли. Возможно, ее зовут Жюли. Ну, сказать по правде, скучновато. Если бы от этого не зависел успех вашей милости, я бы предпочел ограничиться одним разом. Смею предположить, что и она считает так же. А с другой стороны, я думаю, а чем нам еще заниматься в деревне, сударь? Ты сказал ей, чтобы она держала язык за зубами? Вот здесь я деликатно промолчал. Она бы сразу все разболтала, это точно. А, ну здесь ты, пожалуй, прав. Дело вот в чем. Кто-то советует моей красавице держаться от меня подальше. Не иначе какая-то сердобольная подруга черкнула пару строк в письмеце. Узнай через свою Жюли, кто это обо мне пишет. Хорошо, но на вашем месте я бы не придавал этому большого значения. Почему? Ну, если она позволила вам последовать за ней сюда, все остальное, сударь, это вопрос времени. Ты полагаешь? Я уверен. К тому же, наверняка она носит письма у себя в кармане. Возможно, но я же не карманный вор. Ну, скажи, почему наши родители с детства не стараются нас приучить хотя бы к чему-нибудь полезному? Когда и где у тебя свидание с Жюли? Сегодня ночью в моей комнате, сударь. Действуй, Азалан, выясни, кто пишет обо мне эти гадости. Мой господин, я все исполню. Тетя! Тетушка! Ну что я вам говорила? Тетушка! Мой дорогой, ты знаешь, мадам де Турвель хочет нам сообщить какую-то тайну. Вам, мадам, только вам. А, в таком случае я не буду вам мешать, милые дамы, пойду прогуляюсь по саду. Нет, это касается и вас тоже. То есть, вас это касается в первую очередь. Собственно говоря, я должна учинить вам маленький допрос. Что ж, извольте, мадам, я весь внимание. Виконт, куда вы отлучались сегодня утром?
на охоту? Кого-нибудь подстрелили? Нет никого, к сожалению. Мне жутко не везло. Тетя, вы же знаете, я стрелок, неважно. И на кого же вы в этот раз охотились, Викон? Мадам, я не очень хорошо понимаю... Не запирайтесь! Я знаю, где вы утром были! Так, объясните мне, что все это значит? Жоржу, моему лакею, случилось утром быть в деревне. Я надеюсь, мы не собираемся обсуждать сплетни наших слуг. Я вижу, месье де Вальмон намерен решительно отмалчиваться. Что ж придется рассказать мне? В деревне живет семья. Отец семейства Арман долго болел и оказался не в силах уплатить налоги. Сегодня к ним пожаловал судебный пристав, чтобы увести их жалкий скарб, но ваш племянник, который ранее посылал в деревню своего камердинера разузнать, кто, собственно, бедствует, является в тот самый момент, выплачивает все долги и делает солидное вспомоществование, дабы семья могла встать на ноги. Боже мой! Мой дорогой, это правда? Да, тетя, ну что там особенного? Ну, позволь расцеловать тебя, мой дорогой. Он всегда так вот. Он не стоило этого рассказывать. Что-то сделает, он никогда... Ты знаешь, что я хочу тебе... Ты меня не слушаешь? Нет. Что вы, тетя, я слушаю только вас. Да. Дело в том, что я думаю, мы должны завтра навестить эту семью. Может быть, мы еще чем-нибудь можем им помочь? Прекрасная мысль. Да, ну, да. Ладно, тетушка, вы что, собрались уходить? Нет, не уходите, не оставляйте меня. Тетя, мы еще... Я должна пойти разыскать месье Кюре, пока он не ушел. Это ненадолго. Я непременно должна ему рассказать этот случай. Он будет в восторге. Тетушка, возвращайтесь скорее, ради конечно. Бога. Поступками может вести такой развратный образ жизни. Мадам, я боюсь, что у вас несколько преувеличенное представление как о моем великодушии, так и о том развратном образе жизни, который я якобы веду. Если бы я знал, кому обязан столь нелестными отзывами в свой адрес, я бы, разумеется, сумел защититься, но поскольку это мне неизвестно, я могу ограничиться признанием. Дело в том, что я очень слаб. Не понимаю. Вы называете милосердие слабостью? Да, пожалуй, это так. Видите ли, дело в том, что мой развратный якобы образ жизни имеет простое объяснение. Большую часть своей жизни я провел в окружении порочных, греховных людей, которые вели тот самый развратный, порочный образ жизни. А поскольку я очень тщеславен, это еще один мой недостаток, еще одна моя слабость. Так вот, моему тщеславию всегда льстило, когда я мог превзойти моих друзей в их порочности, в их развратности. И вдруг вы... Не понимаю. Вы хотите сказать, что вы бы этого не сделали, если бы не... Без вашего примера никогда. Что вы, мадам? Мое великодушие, мое благородство – это лишь отраженный луч вашей добродетели. Простите, мне не следовало заводить разговор на эту тему. Я же говорил, что я слаб. Я дал себе слово молчать.
Но стоило мне заглянуть в ваши глаза... И... Вам нечего опасаться! Не бойтесь, у меня и в мыслях нет оскорбить вас. Но раз уж я начал говорить, позвольте мне закончить, мадам. Все очень просто. Я люблю вас. Помогите мне. Только вы можете мне помочь, мадам. Что с вами? Господи, как я несчастна! Несчастны? От чего? Бога ради, прошу, оставьте меня! Простите меня еще раз за то, что я завел этот разговор, но, повторяю, вам нечего опасаться. Скажите, что мне делать, укажите мне мое место, я тотчас подчинюсь. Я смела думать, что могу рассчитывать хотя бы на ваше уважение. Я ли вас не уважаю? Тогда выкиньте все из головы. Ни слова боли, вы меня оскорбили, вам нет прощения. Хорошо, мадам, ну, по крайней мере, в мою пользу говорит то, что я был честен с вами. Напротив. Теперь я вижу, что все, что о вас говорили, это правда. Я даже думаю, нет ли здесь продуманной интриги. Господь с вами, какая продуманная интрига? Когда я решил навестить мою тетушку, я знать не знал, что вы здесь остановитесь. А если бы и знал, это ничего не изменило бы. Я же вам сказал, до встречи с вами мне знакомо было только одно. Страсть. Похотливая страсть. Любовь никогда. Все довольно. Нет, подождите, я должен договориться. Я вас никуда не пущу. Я же здесь не из-за вашей красоты, хотя не заметить ее было бы невозможно. Вы прекрасны. Но вспомните, я не уехал отсюда раньше только потому, что моя тетя при вас попросила меня остаться. И ведь не красота меня поразила. Нет, нет. Меня поразила прежде всего ваша чистота, ваша сердечность, ваша доброжелательность. Я не сразу понял, что со мной творится. Бывали очень странные какие-то случаи, когда я испытывал вдруг ни с того ни с сего чувство тревоги. Или, например, вы выходите из комнаты, а я начинаю испытывать физическую боль. И тогда меня осенило. Все очень просто. Я влюблен. Может быть, впервые в жизни, как мальчишка. Я влюблен. Я прекрасно понимаю всю безнадежность моего положения. Между нами пропасть. Но что мне в том? Благодаря вам я становлюсь другим человеком. Вы меняете меня. Впервые в жизни я понимаю, я не столько хочу обладать этой женщиной. Нет, нет, нет. Сколько хочу быть достойным ее, достойным этой женщины, достойным вас, мадам. Что? Я вынуждена оставить вас, виконт. Вы упорно навязываете мне признание, которое я не могу и не хочу выслушивать. Останьтесь. Останьтесь, я вам сказал. Сядьте. Я еще не закончил. Я же вам сказал. Сделаю все, что прикажете. Исполню любую вашу волю. Хорошо. Тогда у меня есть к вам просьба. Отлично. Что я должен сделать? Впрочем, могу ли я к вам обращаться с просьбой? Это поставит меня в положение обязанное, я бы этого не хотела. Ну что вы, напротив, если вы будете настолько добры, что позволите мне быть полезным вам, то тогда я буду вам обязан. Хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы покинули этот дом. А я не вижу в этом необходимости. Будем считать, что вся ваша жизнь делает это необходимым. Хорошо? Хорошо. Раз такова ваша воля, ваше слово для меня закон. Да.
Но вы позволите сообщить моей тете об отъезде за сутки? За... Да-да. Да, конечно. Благодарю вас. Благодарю. Завтра утром среди моей почты я обнаружу письмо, которое потребует моего незамедлительного возвращения в Париж. Я вам буду весьма признательна. А могу я набраться смелости и попросить вас об ответной любезности? Мне кажется, будет справедливо, если вы сейчас назовете того, кто бросил тень на мое имя. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это невозможно. Если меня предостерегли от общения с вами, то только в моих интересах. И могу ли я отплатить низким предательством? Мне очень жаль, что вы готовы обесценить ваш великодушный поступок, стремясь извлечь из него выгоду. Хорошо, хорошо. Давайте считать, что я не говорил этих слов. Да. Ну, а если я попрошу вашего разрешения писать вам, писать письма, вы не скажете, что таким образом я стараюсь извлечь из этого для себя какую-то выгоду? Но... Также мне хочется надеяться, что вы не оставите мои письма без ответа. Я не уверена, что замужняя женщина может позволить себе подобного рода переписку. Поймите, мной руководит не чувство ненависти или негодования, но... Простите, Бога ради, простите, я осмелился на этот... вольный жест лишь потому, что хочу сказать вам то, о чем минуту назад даже не помышлял. Я хочу сказать вам, прощайте. Ждите моего письма! Голландцы умеют пить. А я думаю, что три бутылки бургундского и бутылка коньяка кого угодно свалит с ног. Перестань, что он столько выпил? О, а кто ему наливал? Бальмонт. Ты сам ему наливал. Я надеюсь, ты не успел еще по нему соскучиться? Да, глупости не говори. Ну, просто незачем было сваливать его, как куль в карету. Не знаю, бедняга так набрался. Я и подумал, будет лучше, если мой кучер отвезет его домой. Домой? Да. Бальмонт? А, ты не понял ничего. Вообще-то здесь его дом. Перестань, мы у него дома. Да, Вальмонт, мы у него дома. Ты что думал? А я думал у тебя. Ты думал у меня? Нет, он владелец, а я так, сбоку припека. Но он во Франции почти не бывает. Он все время в разъездах. Бедный, что такое? Слушай, бесстыжая, тебе не кажется верхом неприличия? Сидя на мне, говорить каком-то постороннем мужчине. Нет. Надо тебя примернейшим образом наказать его. Да, Вальмонт, накажи. В этом доме есть бумага, чернила, перья? Да, вон там, кажется, в ящике бюро. А зачем тебе? Вальмонт, давай как в прошлый раз. Молчи, не мешай. Иди сюда. Эмилия, иди сюда, ложись ко мне на колени. Как? Так? Нет, спиной вверх, пожалуйста. Так? Да. Что? Так. Не двигайся! Все, молчи, все. Молчи, не двигайся. Все. Дорогая моя мадам де Турвель. Тише, тише, Миша.
наконец-то я сижу за письменным столом. Ночь выдалась бурная, и мое возбуждение то сменяется полным упадком сил, то вспыхивает сильнее прежнего. Я склонился над этим посланием в позе, которая в очередной раз доказывает мне, сколь безгранична власть любви. Я с трудом сдерживаюсь, я не могу владеть собой, но несмотря на эти адовые муки, я готов поклясться, что в эту минуту я гораздо счастливее вас. Осмелюсь предположить, что и вы когда-нибудь сможете испытать нечто подобное этому сладостному волнению. А сейчас, с вашего разрешения, я предприму некоторые усилия, чтобы как-то угомонить, утихомирить захлестнувшую меня горячую волну. Допишем после. Маркиза, в любую минуту могли войти посторонние, тетушка, кюре, кто-нибудь еще. Ну вот, вы бы их развлекли, они такого сроду не видали. Нет, что вы, мадам, это было бы преждевременно. Я же вам говорил, хочу, чтобы она отдалась мне сама после упорного сопротивления. Ну вот это вот ее упорное сопротивление уже отбросило вас до самого Парижа. Тут вы, конечно, правы, но, по крайней мере, она разрешила мне писать письма. Ну, допустим, ваше красноречие прорвало оборонительные редуты. Но ведь все равно у вас же не окажется рядом для того, чтобы закрепить успех. Ну, а на завтра бреши будут уже заделаны. Вы, конечно, правы, но все-таки согласитесь, я нашел способ не прервать нить общения. Ну что ж, виконт, вам видней. Все-таки вы неисправимый скептик, маркиза. А для меня, как для человека романтического склада, любезный, ступай, свободен. Так вот, для меня, как для истинного романтика, именно эта пора является самой сладостной. Да. Я знаю, что любим, но все еще немного сомневаюсь в успехе. Стало быть, вы знаете, что она любит вас? Я абсолютно в этом уверен. Позвольте. О, виконт. А, видите ли, я уехал по ее требованию. Но рядом с ней я оставил моего слугу Азалана. Помните, такой рыжий? Так вот, мой Азалан, мой слуга, следит за госпожой и спит с ее служанкой. Служанку зовут Жюли. Так вот, эта Жюли оказалась весьма болтливой особой. И от нее мы узнали, что моя красавица, получив мое первое письмо, ушла с этим письмом к себе наполовину и перечитывала это письмо много-много раз подряд со слезами на глазах. Так что вывод напрашивается сам собой, маркиза. Я любим. И еще одна любопытная деталь. Как вы думаете, кто в своих письмах предостерегает мою красавицу от общения с опаснейшим из всех греховодников, когда-либо рождавшихся на свет, то есть со мной? Ну уже. Думайте, думайте, мадам. Не томите меня, виконт. Ваша кузина. Это сучка де Воланж. Вам легко смеяться, мадам. А мне теперь наверстывать упущенное. Ох, я не над вами, виконт, что вы. Ну что ж, поздравим вашу кузину с промежуточной победой. Да, она победила. Но я клянусь, что в ближайшее время я ей отомщу. Я страшно отомщу.
Как там ваш план насчет ее дочери? Мадам, если еще нужно мое участие, то можете мной располагать. Тряхну стариной. Виконт, мой дорогой Виконт, ваше присутствие весьма кстати. С минуты на минуту должен появиться Донсини. Я бы хотела, ну как вам это сказать, чтобы вы поддержали в нем боевой дух. А потом я устрою одну маленькую сценку, которая, уверена, вас развлечет. Кстати, как наш Донсини? Я надеюсь, сделает успехи. Ах, уже не бывает. Как и все интеллектуалы, он невыразимо глуп. На редкость неспособный мальчик. Он обворожительный, но совершенно безнадежный. Я хотел бы знать, как обстоят дела на сегодняшний день. Сесиль и Донсини влюблены друг в друга по уши. Она спросила меня, может ли она писать ему. А я сказала, конечно, нет. А потом подумала и сказала, впрочем, да. Только с одним маленьким условием, что она будет приносить мне письма обоих адресатов. Я устроила им свидание, но Донсини настолько оробел от собственной учтивости, что не посмел к ней даже прикоснуться. Вся его энергия уходит в какие-то глупые стихи, в которых нет абсолютно никакого смысла. Ну и, наконец, когда он ушел, малышка вздохнула и сказала, ах, мадам, вот если бы на моем месте были вы, ну, вы знаете, Виконт, вот эта самая мысль меня очень даже вдохновила. Маркиз, вы знаете, иногда, глядя на вас, слушая вас, я думаю, боже, из какой же пены вы возникли? Я всего-навсего женщина, Виконт. И потом, моя мать вовремя успела выдать меня замуж. Несмотря на то, что я тогда уже просто изнывала от любопытства, я успела девственницей попасть в объятия господина Демертея, но он меня очень докучал. Но когда его присутствие стало слишком обременительным, он тактично умер. Так вот, год своего траура я употребила на завершение собственного образования. Так что теперь, Виконт, мне остается только отшлифовывать свое мастерство. Шевалье Донсини! Мадам! Виконт! Шевалье, какая приятная неожиданность. Простите, мадам, надеюсь, я не слишком поздно. Я не уверена. Дело в том, что мадемуазель де Валанш... О, какое счастье слышать ее имя! Я совершенно с вами согласна. Так вот, мадемуазель де Валанш оказала мне честь, сделав меня конфиденткой и наставницей в том деле, которое касается вас обоих. Она поступила в высшей степени благоразумно. И у меня сложилось такое ощущение, что в этой самой деликатной ситуации вам также необходимо было бы заручиться помощью и поддержкой какого-нибудь умного и мудрого наставника, которому вы могли вполне довериться. Вы, конечно, знаете Виконта де Вальмона, моего близкого друга, а также человека с безупречным воспитанием. Так вот, шевалье, мне кажется, что лучшего выбора вам не сделать. А Виконт, в свою очередь, любезно согласился посвятить всего себя нашим общим интересам. Так что теперь, шевалье, слово за вами. Мсье Донсини, если причина вашего замешательства моя дурная репутация, уверяю вас, она нисколько не помешает мне быть вам хорошим наставником. Нет, нет, что вы, я такой даже не подумал. Нет, нет, это не какая-то там интрига. Я хочу сказать, что моя любовь и уважение к вам. Насколько я понимаю, мы имеем дело не с какой-то ветреной кокеткой или скучающей женой. Именно, вы все сразу так и поняли. Ну вот, а что я вам говорил? Поверьте, у меня будет высшим счастьем, если все останется как есть. Лишь бы она согласилась видеться со мной и петь со мной дуэтом. Что может быть прекраснее, чем пение дуэта? Шевалье, я никоим образом не стараюсь навязать вам своего расположения, но я буду вам очень признателен, если вы удостоите меня чести оказывать вам некоторые услуги. Да нет, что вы, это вы мне оказываете честь. Каждая встреча с вами для меня подарок судьбы. Если вы мне поможете, я буду просто счастлив. Представляете, как... Мне очень неловко прервать вас, но боюсь, что вам пора уйти. Ко мне пожаловала мадам де Валанш.
Теперь вы понимаете, почему я была так расстроена, когда узнала о вашем опоздании. А что, если мне воспользоваться этим удачным случаем и засвидетельствовать ей свое почтение? Дорогой шевалье, мне кажется, что благоразумнее будет, чтобы это произошло не здесь и не сейчас. Но поверьте мне, дорогой мой, поверьте мне, если вы еще не поверили, что моя помощь, моя поддержка обязательно принесут желаемые плоды. О. Мой слуга уже ждет. Разумеется, мадам. О, виконт! Шевалье, я ваш слуга. А мой слуга укажет вам другой выход. Это и есть та самая сценка, что вы мне обещали? А вас, виконт, я бы попросила удалиться в другую комнату. У меня другое предложение. Я хотел бы здесь и сейчас, лицом к лицу, встретиться с вашей кузиной и изобличить ее в гнусных инсинуациях. Виконт! Мадам! Виконт! Мадам! Виконт, живо! Мадам де Валанж! Кузина, вы написали в своей записочке. Срочно! Моя дорогая! Моя дорогая, я прошу вас, садитесь. Дело в том, что последние несколько дней я просто места себе не находила, и вот в конце концов я дала самой себе слово. Я должна. Возможно, я ошибаюсь. Перед Бог, я была бы счастлива ошибиться, но у меня появились неопровержимые доказательства того, что между вашей дочерью и шевалье Дансини возникло, но как вам это сказать? Опасная связь. Да нет, что исключено. Сесиль, сущий ребенок, она в таких делах ничего не смыслит. А Дансини ведет себя безупречно. Охотно верю, мадам, но скажите, Сесиль со многими ли состоит в переписке? Да, она кое-кому пишет. Родне, подругам по монастырю. Боже мой, а что? Дело в том, что несколько дней назад я постучалась к ней в комнату и, не дождавшись ответа, вошла. И я успела заметить, как она поспешно спрятала письмо в левый ящик своего бюро. И я успела увидеть, что в этом самом ящике, мадам, лежит уже целая пачка подобных писем. Я вам очень признательна. С вашего позволения, я пойду. О, я надеюсь, вы не обвините меня в бесцеремонности. А также я надеюсь, что если, не дай бог, вы все-таки найдете что-то предосудительное, то Сесиль ни в коем случае не узнает, кому она обязана этим открытием. Мне бы так не хотелось терять ее доверие. Возможно, мои советы, моя помощь еще пригодятся. Конечно. А также я надеюсь, что вы не сочтете меня слишком назойливой, если я позволю себе дать вам еще один маленький совет. Да-да. Если мне не изменяет память, вы обмолвились у виконта де Вальмона, что его тетушка, мадам де Вальмон, пригласила вас с дочерью пожить у нее в замке. А, да, и неоднократно. Так вот, мне кажется, что свежий воздух, опять-таки, жизнь вдали от Парижа, возможно, пойдет Сесиль на пользу. А к тому времени страсти улягутся. Да, возможно. И все-таки, я думаю, вы ошибаетесь. О, хорошо бы. Да, я слышала, виконт сейчас в замке у своей тетушки. Виконт де Вальмон? Ну, насколько мне известно, он вернулся в Париж. Моя дорогая, если я все себе это напридумывала, то завтра мы вместе посмеемся над моей глупостью. Умоляю вас, дорогая моя, только бы вы на меня зла не держали. Ну что вы, я никогда не забуду вашего участия. А?
Маркиза, знаете, кто вы? Вы абсолютное воплощение зла. У вас свой повод для мести. У меня свой. Так что, мне кажется, вам еще раз предстоит навестить тетушку. Навестить тетушку. Да, где вас ждет еще одно дело. Помнится, вы обещали предоставить мне некоторые заверения. А что, если вы, положившись на мой богатый жизненный опыт, вообразите, что я уже предоставил вам все заверения. Это значит, что мы с вами смело можем... В письменном виде, Виконт. Мадам! А теперь вы должны меня оставить. Почему? Потому что я проголодалась. Вы знаете, у меня тоже разгулялся аппетит. Но в таком случае вы поезжайте к себе и там вот обедайте. Мадам! В письменном виде. В письменном виде и ее рукой. Мой дорогой, думаю, тебе будет интересно узнать, что Арман уже встал на ноги и приступил к работе. Что за Арман, тетя? Как что за Арман? Ну, тот, чью семью ты облагодетельствовал. А, ну, конечно, я помню. Арман, боже, славный малый. Да, да. Мадам, мне кажется, вам плохо. Нет, ничего особенного. Нет, вам плохо. Тетушка! Прошу меня извинить, но мне кажется, что мадам де Турвель не здоровится, она бледна. Ну что такое? Нет, 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 не страшно, дорогая. Не страшно. Да, все хорошо, правда. Нет, 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 ей трудно дышать, да. Ей, видимо, не хватает воздуха. Ничего, ничего. Мадам де Воланж, как всегда, права. Прогулка по саду – это то, что поможет вам прийти в себя. Согласна. Пройдемся по саду. Сейчас ведь так еще тепло, дорогая. Нет, я думаю, еда была слишком жирная. Нет, Соланж готовит превосходно. Что-то другое. Вернитесь за этим через полминуты. Мадемуазель, я не хочу вызывать лишних подозрений, поэтому буду предельно краток. Вам письмо от шевалье Дансини. Вы догадались? Я так и поняла. Также вы должны понимать, что быть связным между вами – задача не из легких. Я не могу каждый день выдумывать какой-то новый повод. Вы знаете, мама нашла у меня письмо Дансини. Вот. И отобрала бумагу, чернила и перья. Вот видите? А теперь слушайте меня предельно внимательно. Слева от входа в вашу спальню стоит старый-старый буфет, да. На нижней полке которого вы найдете бумагу, чернильницу и перья. Сударь! Письма шевалье по прочтении будете передавать мне. Так удобно. Вы думаете? Я абсолютно в этом убежден. Теперь, видите этот ключ? Он очень похож на ключ от вашей спальни. Настоящий ключ матушка держит у себя в комнате. На голубой ленте, на каминной полке он лежит. Возьмите этот ключ, подмените им ключ настоящий. Настоящий передайте мне, я сделаю с него копию и через 2 часа верну вам настоящий ключ. После этого я смогу беспрепятственно забирать и передавать письма. Также на средней полке этого старого-старого буфета вы увидите маленький пузырек с растительным маслом. И перышко. Возьмите это перышко, окуните в масло и смажьте замок и петли, чтобы дверь не скрипела. Ой, а вы думаете, в этом нет ничего дурного? Мадемуазель, если что-то и претит моей натуре, то это плутовство. Лишь нежнейшая дружба с шевалье Дансини заставляет меня вести себя таким вот странным, буквально мальчишеским, подростковым образом.
А сейчас я советую вам присоединиться к мамам и остальным, чтобы они не объявили розыск. Да, месье. Спасибо, месье. Не стоит благодарности, мадемуазель. Сесиль, не надо кричать. Что мы скажем вашей матушке, когда она прибежит сюда на ваши крики? Как мы объясним ей, откуда у меня ключ? Если я скажу ей, что нахожусь здесь по вашему приглашению, она мне, пожалуй, поверит. Вы понимаете? Поэтому не надо кричать. Сесиль, все не так страшно. Что вы от меня хотите? Даже не знаю. Вам виднее. Вы, пожалуйста, не надо. Вы уверены? Да. Хорошо, ну тогда поцелуйте меня. Поцеловать? Да. И тогда вы уйдете? Да, тогда я уйду. Вы обещаете? Я клянусь. Хорошо, я согласна. Вы удовлетворены? Очень мило. Я не об этом. Теперь вы уйдете? Нет, конечно. Вы же обещали. Я обещал уйти после того, как вы меня поцелуете. Но разве это вы меня поцеловали? По-моему, это я вас поцеловал. А это не одно и то же, согласитесь. А если я вас поцелую? Ну, я же говорил. Вы обещаете? Берите ваши руки. После поцелуя. Вот видите, Сесиль? Я убрал руки. Я сдержал слово. Устроимся поудобнее. Thank you.
смотри, эта кровать ничуть не меньше твоей. Но зато здесь, в этой комнате, ты сможешь кричать сколько угодно. И матрас немного жестче. Да? А это хорошо? Я не знаю, сейчас проверим. Ну, что же вы? Сесиль, девочка моя, уже вторую неделю я твержу тебе одно и то же. Главное правило великой науки любви. Никогда не надо спешить. Мы никуда не торопимся. И второе. В любви, как и во всякой великой науке, огромное значение имеет правильная терминология. Ой. Надо научиться давать точные, изящные определения всему, что составляет сам предмет любви. Ой, ну вот еще тратить время на разговоры. Девочка, ты меня не услышала. Подумай сама, как без точных, изящных определений ты сможешь предложить мне то, чего хотелось бы тебе? Или как без этих самых определений ты поймешь, чего я хочу от тебя? Так, ну так вы скажите. Сесиль, как твой первый учитель, как твой репетитор, я должен быть спокоен за то, что моя воспитанница в первую брачную ночь сумеет преподнести господину Жиркуру несколько приятных сюрпризов. Ой, он будет доволен? Я думаю, он будет счастлив. Он решит, что твоя матушка, следуя родительскому долгу, ввела тебя в курс дела. Ой, чтобы мама о чем-то таком говорила, да никогда. Сесиль, ты не знаешь своей матери. Между прочим, давным-давно, когда-то, в свое время, она была одной из самых бойких девиц Парижа. Мама? Можешь себе представить, да. Правда, ее отличал в основном энтузиазм, а не мастерство. Но слава о ней гремела. Был один весьма любопытный эпизод. Иди сюда. Давным-давно, лет 20 назад, еще до твоего рождения, матушка гостила в доме у графини де Болье. И та, будучи весьма гостеприимной хозяйкой, отвела твоей мамочке комнату, расположенную между апартаментами твоего будущего отца и мсье де Брессака, на ту пору официального маминого любовника. Было и такое, Сесиль, да, можешь себе представить. Так вот, несмотря на столь плотное окружение, наша мама умудрилась провести ту ночь не с твоим будущим отцом и не с мсье де Брессаком, а с третьим мужчиной. Ой, ну все это враки, обыкновенные сплетни. Это не враки и не сплетни, девочка моя. Откуда вам знать? Сесиль, когда-нибудь я расскажу тебе все в мельчайших подробностях. Иди ко мне. Вот ты спрашиваешь, будет ли господин Жиркур доволен твоими умениями? Да. Если он даже окажется таким идиотом и выразит некоторое неудовольствие, уверяю тебя, ты без труда найдешь тех, кто по достоинству оценит все твои навыки. Запомни, Сесиль, настоящее классическое любовное образование, высшая школа любви академического стиля, востребованы всегда и везде, во все времена и все эпохи. Итак, начнем с повторения латинских терминов.